Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас распаковка и тестирование посылочки от Luxe Essence. Это парфюмерный онлайн-магазин. Очень интересные покупки. Итак, поехали. Пока распаковываю посылочку, расскажу вам, что такое Luxe Essence. Это динамично развивающийся парфюмерный магазин качественного парфюма собственного производства. Это фабричное, девчонки, производство. И композиции строятся на основе эссенции французского завода Оржевиль. Вот так, понятно? Команда Luxe Essence поставила цель воссоздать любимые всеми парфюмерные композиции с участием профессиональных парфюмеров. И они соблюдают все процессы производства люксовых брендов Франции. Смотрите, как упакована у нас с вами посылочка. Сейчас все открою. У меня здесь три интересных парфюма. Будем сравнивать с оригиналом, потому что брала известные парфюмы. Еще у меня здесь один аромабокс. У Luxe Essence мужская парфюмерия, женская парфюмерия, аромабокс. В общем, очень богатый выбор. Более 150 парфюмов. Заходите на сайт, смотрите, и не буду томить. Скажу сразу, что магазин любезно предоставил вам, нам, скидку 35% по промокоду, который пропишу в инфобоксе. Целых 35%. Так, смотрите, как все красиво. Вот такие вот упаковочки. Объемы есть разные. Как, собственно говоря, мы заказываем на сайте? Мы заходим на сайт. Оформляем заказ, заявку на заказ. Нам перезванивает парфюмерный стилист, который также может помочь вам подобрать ароматы. Если вы растерялись и не знаете, что конкретно вам нужно, стилист все объяснит, расскажет. Как бы не бойтесь, ничего страшного в этом нет. Оформляем со стилистом заказ. Посылку можно заказать службой доставки СДЭК и Почта России. Есть онлайн-оплата и есть наложный платеж. Так, давайте открывать, что у нас тут с вами первое. Каждый парфюм приходит в пупырке, что на самом деле очень удобно. Так, в чем плюсы еще парфюмерии, девчонки? Парфюм, он у нас в стильном стеклянном флакончике. Смотрите, какие красивые коробки. Это 50 мл. Вот так называется бренд Luxe Essence. Есть штрих-код. Есть состав даже на коробочке. Давайте открывать. Вообще красивый стильник. Вот так на подарок порадовать себя и близких. Здорово. Смотрите, внутри коробки еще парфюм вот так обернут. Бумагу черненькую, вот такую шуршащую. И вот так выглядит сам флакончик. Он из темного стекла, что позволяет дольше сохранить все качества парфюма. Темное вот такое вот стекло. Вообще красиво, очень красиво и лаконично. Вот такая крышечка довольно плотная. Так, и это у меня, девчонки, Ex Nihilo A Last Paradise. Если я правильно называю этот бренд, все время коверкую его название. Я этот аромат тестировала в аромабоксе, то есть оригинал. Знаю, наслышана. Давайте скорее, мне уже не терпится послушать его. Так, с дозатором как дела обстоят? Вот сразу несколько раз пшикаешь, ничего не выдает. То есть до вас никто не пшикал. О, да. Ой, какой он потрясающий. Это цветочки, цветочки. Я не буду вам зачитывать описание каждого аромата. Кто хочет, тот посмотрит сам. Я буду говорить свои ощущения, да? Это цветочки, цветочки. Он обалденный, он игристый, он классный, он... Мне кажется, на любое время года и на лето будет просто потрясающим. Я здесь чувствую свой любимый пион, но в хорошем понимании смысла, потому что некоторые парфюмерные композиции с пионом, они почему-то горчат. Я не знаю, почему, вот это нет. Она искристая, такая нежная, светленькая. Очень вкусненький аромат, девчонки, парадайз. Стойкость, кстати, у парфюмов заявлена до 12 часов и схожесть с оригиналами 98%. Но этот очень похож, прям. Он вот очень похож. Вот эта вот база прям Ex Nihilo. Наверняка не так читается бренд. Класс, супер. Мне очень нравится. На лето подойдет, вот однозначно. Этот аромат очень шлейфовый, очень, очень вкусный, интересный шлейф. А первые нотки, это цветочки. И знаете, пудра, но пудра не такая вот не сладкая, а какая-то нежная, отдаленная. Вот интересная. То есть аромат не приторный, но в то же время он какой-то яркий, такой игристый, цветочный. Мне очень нравится, супер. Вот такие вот прям флакончики, вообще красота. Так, давайте дальше поехали следующий парфюм тестировать. Так, парфюмы бюджетные, стоят, ну, совсем прям бюджетно. И есть возможность познакомиться с большим количеством эксклюзивных брендовых ароматов, не переплачивая, как бы, да. Так. То же самое. Вот так у нас упакован. На коробочке, кстати, нет названия парфюма. Он у нас с вами только
на самом стеклянном флакончике. То же самое, все они выглядят 50 мл, вот так одинаково. Так, это мужской аромат, который давно хотела мужу взять, потому что он мне безумно нравится. Я его оригинал тоже знаю, нюхала. Антонио Бандерас Blue Seduction. Так, давайте тестировать. Я его так в колпачок. Ага, это оно. Это оно. Ой, как мне нравится. Причем не первоначальные нотки, а тоже шлейф. Он какой-то манящий, притягательный. Вот кто своим мужьям, парням, девчонке еще не пробовал, я прям этот аромат очень рекомендую. Антонио Бандерас Blue Seduction. Такая голубая бутылочка. Ага, он свежий, он акватический такой. Но в то же время есть какая-то нотка, не знаю, ну лично для меня. У каждого как бы, ну, свои вкусы, на вкус и цвет, как говорится. А для меня вот здесь есть что-то притягательное. Какая нота, какая-то нота, которую хочется нюхать и нюхать и нюхать. Потрясающий аромат. И это он. Вот она, эта нотка, раскрывается чуть попозже. Она больше в шлейфе звучит, и мне безумно нравится. Если я чувствую на ком-то из прохожих, я сразу узнаю, потому что мне прям хочется еще понюхать. Он очень классный. Свежий, акватический. Здесь нет каких-то кожаных нот, может быть, совсем там вдали где-то. Он достаточно легкий и, в принципе, будет универсален на любой вот возраст. На любой. И молоденьким парням, и мужчинам в возрасте будет очень-очень классно. А, супер, вообще, вот он. Я нюхала оригинал, я знаю, о чем говорю, и я очень давно его хотела, поэтому да. Так, дальше. Третий парфюм. Тоже все в пупырочке. Такая же коробочка. Девчонки, бесплатная доставка от 2500 в любой регион России. То есть до 2500, там в зависимости от транспортной компании доставка до вашего города. От 2500 бесплатная абсолютно в любую точку России. Это у меня Байреда, Бал в Африке. У меня был и оригинал, и не оригинал. Я этот парфюм знаю вдоль и поперек, поэтому смело могу сказать, я его тоже очень люблю, тоже в объеме 50 мл. Да. Так, давайте тестировать. На момент схожести, да? Ой, оно. Оно. Оно, девчонки. Ой, он потрясающий. Я обожаю Бал в Африке. Некоторые почему-то не любят Байреда. В принципе, мне нравится база. Вот для тех, кто любит базу Байреда, это оно. Это оно. Он такой же интересный. Он такой же классный. Вот мне тоже нравится в нем какая-то нотка на шлейфе, которая вот для меня, опять же, притягательная. Да-да. Но если не 100%, ну, 98% точно. Он. Ой, какой классный. Я прям обожаю этот аромат. Супер. Дальше у меня интересный аромабокс. Девчонки, у них есть еще и аромабоксы, то есть возможность большое количество ароматов потестировать. Сейчас все открою, покажу. Аромабокс называется «Акватическое лето». Вот здесь название, все прописано, штрих-код тоже есть. «Акватическое лето», 10 мл. И какие у нас здесь парфюмы? Давайте откроем, посмотрим. Коробочка выглядит вот так. Здесь такая наклеечка. Вот так открывается. Здесь у нас тоже черная бумажка. И в аромабоксе они по 10 мл. Их 5 штук, но они по 10 мл. Так, давайте тестировать. Смотрите, тоже стекло. Тоже стекло. Это Versace Bright Crystal. Класс. Вот это вообще формат, девчонки, просто наиудобнейший. Просто наиудобнейший. Каждый парфюмчик по 10 мл в стекле положить в сумочку, вот так с собой носить. Вообще шикарно. Обалденная задумка. Уже не знаю, куда пшикать. Но у меня есть Versace Bright Crystal. Угу. Ой, какой интересный. Он действительно искрящийся, но по мне, мне кажется, вот немножко тяжеловато, что ли, на лето будет. Такая база у него достаточно яркая. Акватический, но он акватический. Но есть какая-то в нем сладость и небольшая приторность. Посмотрим, как на шлейфе будет. Но я себе его оставлю на осень. Но он очень вкусный. Он очень вкусный и интересный. Ароматы многогранные. Они раскрываются. Они действительно раскрываются на коже. То есть это не просто вот базовые ноты и все. Нет. Так, следующий. Киллиан Roses on Ice. Я никогда не тестила этот аромат. У меня есть обычный Киллиан, такой впервые. Тоже такой же флакончик. Все. И вот здесь вот написано название аромата. Угу. Роза и лед. Здесь какая-то легкая горчинка есть. Кто любит ароматы с легкой горчинкой, я чувствую какую-то траву. Траву, цветы. Вот сейчас потихоньку вот этот отголосок какой-то травы уходит. Не могу сказать, что полынь, но есть легкая горчинка. Вот он уходит на задний план, вот все, он уходит.
яблочко зеленое, парфюм. Знаете, вот очень похож. Уходит горчинка и остается вот эта вот зелень. Вот кто такое любит, вам очень понравится. На лето, да. Легкий отголосок, начинаю слышать свежескошенной травы, а я его очень люблю. На лето, да, да. Да, он классный. Больше аромат свежескошенной травы, нежели вот роза и лед. Розы я вообще здесь не чувствую, я ее терпеть не могу в парфюме. Есть цветочки, но не классическая роза, нет. Описание не читала, может, там ее и нету. Больше зеленая трава, травы, травы, луговые травы, вот что-то вот это. Интересный, очень классный аромат. Следующий, Dolce & Gabbana Императрица. У нас здесь в акватических. Я знаю этот аромат, и я его обожаю. Где же нам с вами его потестировать? Надо было брать в литре. Но на коже все равно интереснее раскрывается. Я не люблю на бумаге парфюмы ощущать. Так, по первым нотам пока не пойму. Мне в Императрице очень нравится шлейф. Вот он безумно для меня притягательный. Аромат всех возрастов и поколений. Не могу сказать, что здесь стопроцентное сходство, но прям очень-очень близко, очень близко. Вот да, начинает шлейфить, и уже да, и уже да. По первым нотам какой-то он слишком яркий, такой громкий, о себе заявляющий, а сейчас вот начинает шлейфить, и да, это Императрица. Ага, она самая. Шлейф на Императрице безумно вкусный и притягательный вот спустя несколько часов. Вот я прям обожаю. Угу. Я его чувствую здесь. Схожесть действительно большая. Класс, супер, замечательно. Так, следующий парфюм. Я такой вообще не знаю, девчонки. De Marly, De Lino La Rose. Вот так он называется. Так, тестим, тестим, тестим. Знаете, немножко какая-то база схожая с Байреда. Вот прям схожая. Она мне нравится. Очень похож на Байреда, очень похож. Есть даже какие-то нотки, схожие с Балом в Африке. Но в то же время немножко по-другому звучит. Здесь есть какая-то легкая пудра, интересная, очень ненавязчивая. И где-то совсем-совсем в отголоске чувствую прям карамелечки. Неприторный, классный, интересный. Такой игристый. Классный аромат, интересный, очень интересный аромат. Так, и последний аромат из аромабокса, это у нас с вами Булгари, Кристаллин. Как-то так, в колпачке сейчас его потестируем, это уже все смешалось, люди-кони. Булгари, кстати, у меня ни разу не было. Но я знаю, многие ароматы эти любят. Он интересный, он насыщенный. Не могу сказать, что это какой-то супер свежий аромат, но в нем есть акватические нотки. Он классный. Вот я его тоже оставлю на осень. Я прям его на бабье лето прям представляю, вот этот вот аромат. Он очень интересный. Какой-то у него послевкусие такое знакомое, прям красивое, богатое. Не первоначальные нотки, а вот когда немножко выветривается... Он очень интересный, комплементарный аромат, прям комплементарный безумно. Здорово, мне нравится. Не могу описать, он и не цветочный, и не акватический, и не приторный, и не сладкий. Он какой-то вот такой вот уникальный, девчонки. Здесь все есть и понемножку, абсолютно не тяжелый. Мне кажется, даже он самый легкий из этих ароматов в этой подборке, но у него будет очень красивый шлейф. О, прям супер. Вот отголосочек какой-то чувствую, который прям вот манящий, такой классный. Так, ну что, девчонки, мы с вами все разобрали, я вам все рассказала. Промокод на скидку 35% оставляю под видео. Проходите, смотрите, скидка большая, а цена там вообще смешная. Доставка 2500 бесплатная. Сайт очень удобный, парфюмерный стилист обязательно перезвонит, с вами свяжется для заказа. Так, что еще, что еще, что еще? Ну и вроде все. Радуйте себя и близких, но подарок вообще. Вот аромабокс мне безумно понравилось. То, что здесь по 10 мл такие флакончики, которые ты достанешь, а у тебя все будут спрашивать, ух ты, что это у тебя такое красивенькое, да? Вот на подарочке взять какую-нибудь подборку вообще на самом деле шикарно. И смотрится достойно. И подарить не стыдно, как говорится. Так же, как в принципе и большие флакончики, тоже вообще все очень эстетично и красиво. Так, ну все, мои хорошие. Надеюсь, информация была вам полезна. Если так, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях, обязательно отвечу. Всех люблю, целую, всем пока-пока.